Переконаний і вже наш гість, артист оригінального жанру Олег Кушпіль. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Можу займатися фокусами і от такі, бачите, як би, воно може передаватися. От, смотрите, от так от сюди передається, ага. Да. Бачите, прямо немножко, ого. Как, да, да. Нічого страшного нету. От, і я можу брати тоді несколько от таких от кружочків і з ними даже от проделувати, посмотрите. Смотрите, самые вот такие вот штуки. За рахунок чего это відбувається? Передается, ток передается по воздуху, по воздуху. Смотрите, вот так вот раз. И если вы увидите где-то молнию, вы можете даже лампочку в землю вот воткнуть, если она недалеко, и лампочка может загореться. Прямо вот. Насколько небезопасно это взагалі? Ну, вы понимаете, все, все требует, конечно же, чтобы аккуратно все делать, ну, в принципе, абсолютно ничего здесь вот как бы не, нету. Не, все безопасно, абсолютно безопасно. Маленькие дети даже у меня подходят. Я их говорю, вот такие вот светлячки, они могут подносить. А есть, все, все, все. Векові обмеження, вы кажете, маленькие дети, чи всем дозволяете? Ну, это вот батьки с этими немножко старшие, как бы, ага. А у меня есть молния, спрятанная в шар, в колбе. Угу. Тогда можно прямо дотрагивать, вот абсолютно все получается безопасно. Смотрите, я вот такие вот даже на свадьбу, может быть, вот видите. Если всякие могут загораться. Скажите, пожалуйста, да. Ось, розмір цієї блиски, ну фактично це є блискавка, тільки да? Маленька. Яким чином можна збільшувати її розмір і від чого це, власне, ось залежатиме? А это будет уже вес больше, и будет больше здесь проводов намотано, вот так вот, как бы она будет большая, тяжелая. Ну вот и меня вот просто вот мне по заказу это сделали физики, как бы. И вот чтобы и небольшая была, и была хорошая. Да, все, я вот так вот сейчас обеспечиваю, на всякий случай, видите, это вот выдерживает. Рукавычку специально. Да, рукавычку, да, чтобы было. И можно вот, смотрите, даже поздравить с Новым годом. Так, что у нас зараз будет? Вот такая. Даже можно зажечь. І бенгальський огонь, бачите. Ну, власне, температура від блискавок досить серйозна. Скільки я знаю, навіть коли блискавка ось б'є там, скажімо, там пляж і пісок, то після того утворюється скло. Настільки температура висока там. Ні, ну, там, звісно, в молнії там большая, большая тим, там мільйони вольт, ви розумієте, а тут просто десятки тисяч вольт. Просто поэтому, себе да, хватает ровно, тысяч чтобы... вольт, и все, ничего страшного. Хватает только, чтобы вот зажечь. Или именинник может, если это можно поджечь вот так вот. Пане Олеже, як да. Ви вигадуєте свої номери? Вам хтось допомагає ставити там режисуру? Чи все ну, це на... завдяки да. Навчанню ще в естрадно-цирковому? Надихають мене діти, дружина і мої заказчики, які все время просять нові номера, просять.